Возле дома ходит тетка, возле дома своего. Я отправляюсь прогуливаться и беру вас с собой. Кто хочет посмотреть, как живет пенсионерка, так сказать, в селе, пойдемте со мной, посмотрите. Ну вот, ворота закрыты. Уже вечер. Да, солнышко садится. Сейчас покажу, как это красиво выглядит на небе. И мы с вами отправимся дальше. Вот такая вот у нас красота. Сегодня днем было солнышко яркое, хорошее. Вот. Снега у нас, как видите, совершенно нет. Практически. Всю зиму так мы прожили без снега. Может, в феврале немножко будет. Вот так вот примерно выглядит наша улица, по которой я сейчас пойду. Снимать много не буду, потому что скользко, человек пожилой. Хотя все посыпано, все как надо, песочком посыпали. Молодцы. Вот. Вот так выглядит улица. Здесь у нас дома побогаче, тут победнее. Я на этой стороне живу. Здесь у нас люди посостоятельнее. Было сразу так запланировано. Тут как бы стандартное строительство от застройщика, а тут каждый сам себе строил. И правильно делал. Всем нужно строить самим и следить за каждым кирпичиком, чтобы потом не мерзнуть в доме, чтобы потом ничего не рушилось. Вот так вот. Красивые такие, да, домики. Мне нравится. Здесь вот домик. У них столько туй. Сейчас вот я пройдусь и отключусь. Потому что потом как бы не навернуться. А куда я иду? Ой, куда я иду? Вечер, да, поэтому темно. Как есть, так вот и снимаю. Интересно, наверное, посмотреть и понять, почему они лезут к нам. Вот такие вот просторы огромные у нас. Конечно, им хочется нас оттяпать у нас все это. И вот они лезут и лезут. Посмотрите, как хорошо кустики собрали сеточкой. Чтоб снег не ломал. Правильно. Между прочим, очень правильное решение. У меня прошлый год все поломали. Можжевельник, ну, не поломался, а притеснился, так сказать. Видите, как мало снега. Вот. Здесь вот у них каштанчики растут, 3 штуки. Здесь розы. Не знаю, как в этом году розы. Переживут мороз, не переживут. Вот тоже хорошенький такой домик. Ну, ладненько. Пока я отключусь. Вот, посмотрите, как небо выглядит. Красиво, правда? Так вот. Это я вот свернула на другую улочку. Поперечную. Поперечную. Шла по продольной. Вот. Привезли 2 или 3 года фундамент стоял. Летом будут строить дом. И закончится, так сказать, здесь стройка. Поселятся люди. Вот я куда пришла. Магазинчик. Нельзя сказать, что мне что-нибудь надо. Но это такая у меня прогулка. Вот такой вот у нас закат красивющий. Это небо. Облака. Все, вечер уже. Пока до дома дойду, будет темно. А пойду я вот немножко по другой улице. Так вот. Вот видите, здесь еще, наверное, дома 3-4 будет построено. Пока пустырь. Так что? Кому нужно?
Стройтесь, место хорошее. Все застроили. Все. Все. Вон там вдали основное село, которое старое, историческое. А мы тут, так сказать, дачники, неудачники и удачники. Вот. Вот так вот, конечно, такие красоты у нас. Такой простор. Сколько людей, вот я здесь живу, и вот сколько здесь людей могли себе построить жилье свое собственное. Участки здесь довольно большие, в принципе, у многих. Ой, вот у меня официальных 10, на самом деле, там, наверное, 12. А еще перед домом, так и все 14, наверное. Ой. Люди живут спокойно, радуются жизни. А кому-то хочется все это оттяпать. И поэтому... Все так в мире тревожно, потому что либо они свою природу загубили, и им жить уже нечем, а дружить они не умеют, потому что они варвары. Либо трусы, которые под этих варваров просто-напросто ложатся, по-русски говоря. Потому что мозгов нет. Не соображают, с кем нужно дружить и зачем все это нужно. Обложили нашу страну со всех сторон. Конечно, нужно немножко оттеснять. Сколько можно терпеть? Ой, посмотрите, какой простор. Какая красота. Вот так живет старушка в теле. Я, конечно, в магазин не хожу. Дети все продукты привозят. Ну вот вышла сегодня прогуляться и вас с собой взяла. Вечерняя прогулка. Поэтому мне, конечно, смешно смотреть на все эти потуги наших недоброжелателей, злопыхателей. Ой, ничему история людей не учит. Сколько раз уже зубы об нашу страну ломали. Конечно, дорогой ценой, кровью родных и близких людей. Я всегда с детства говорила, вот это у меня было как-то сформировалось такое понятие, что самые достойные, самые хорошие гибнут на этих войнах. А остается, ну, тоже хорошие люди, конечно, те, кто не могут воевать, но все равно, значит, у них физических сил не хватает. Так бывает. И получается немножко генофонд. Ой, хуже становится. Может быть, я не права. Лучше бы, конечно, было, если бы я была не права. Рука замерзла. Так что опять я немножечко отключусь. Ну вот я и дотащилась до дома. Прогулялась сама. Вас с собой прогуляла.